Всех с наступающим Новым годом! Вы смотрите «За Братиной» – программу, которая расскажет о самых ярких и интересных событиях из жизни высшей хоккейной лиги. И сегодня в выпуске вы увидите. И бесплатный билет в Сибирь. Лучший бомбардир регулярки ВХЛ покидает лигу. Тройка лучших. Подводим итоги календарного года и смотрим в турнирную таблицу. Последняя победа в году. Матч недели. Рязань против Рубина. Обо всех самых ярких и интересных событиях последней игровой недели 2015 года в нашем традиционном обзоре новостей. Сразу две дисквалификации выписал спортивно-дисциплинарный комитет на этой неделе. Владимир Гусев из «Рубина» признан виновным в драке. В регламенте это нарушение называется «агрессор». Теперь тюменцу предстоит отсидеть на трибуне одну игру и задуматься, в следующий раз бить или не бить. А вот нападающий Рязани Михаил Потякин пропустит в два раза больше. Спорить тут нечего, чистый удар в голову, за такое СДК мог дать и больше двух игр. Сразу несколько игроков ВХЛ в последний день трансферов в КХЛ перебрались в лигу классом повыше. Никита Дочицкий сменил СКА Неву на СКА безо всяких приставок. Евгений Белохвостиков из Сокола отправился в Ладу, а Динар Хамидуллин в Северсталь. Но главной потерей лиги стал переход лучшего бомбардира регулярки Павла Копытина из Бурана в Сибирь. В нынешнем сезоне за воронежцев в 29 играх Павел набрал 25 очков, забросил 14 шайб и сделал 11 результативных передач. Сразу 6 игроков из высшей хоккейной лиги отправились в Финляндию. Речь идет о хоккеистах, которых Валерий Брагин отобрал в молодежную сборную России на ближайший чемпионат мира. Большее представительство в национальной команде получила чеховская звезда. От красно-синих бороться за золото в Хельсинки поехали Максим Третьяк, Андрей Кузьменко и Андрей Светлаков. Еще двое представляют другой армейский коллектив «СКА Неву». Это Егор Рыков и Александр Дергачев. Ну и разбавил эту компанию представитель Урала, защитник Никита Жульдиков из Челмета. Под Новый год принято подводить итоги. Вот и мы решили взглянуть на турнирную таблицу регулярного чемпионата сезона 2015-2016 и разобраться, кто есть кто. Недели и часы перед Новым годом – это время подводить итоги. Вот и мы в нашей программе попробуем подвести итоги регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2015-2016. Пока, конечно, предварительные, потому что итоги окончательные можно будет подводить только в феврале, когда команды сыграют свой последний матч в регулярке. Итак, давайте посмотрим на тройку лучших в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. В принципе, действующий обладатель «Братины» пока идет ровно по чемпионату. Сказать, что у нефтекамцев есть какие-то серьезные игровые проблемы, это вряд ли. Особенно интересно понаблюдать за первым полноценным сезоном Константина Полозова. Все-таки в прошлом году он сменил Руслана Сулейманова, и к финалу было не понять, где у команды его, Полозовская, а где то, что осталось от предыдущего наставника. О ровности команды говорит еще один факт. Ее лучший бомбардир Артем Кислый занимает только 27 место в общем зачете бомбардиров. Это говорит о том, что в распоряжении Полозова в принципе равные звенья, каждый из которых может решить матч. Что ж, тем интереснее будет наблюдать за ними в плей-офф. Вот эта команда приятно удивляет. Второе место к Новому году. По составу это можно было ждать, но мы же знаем, что не всегда выигрывает тот, у кого на бумаге лучшие хоккеисты. Постепенно Вячеславу Уваеву удалось донести до своей команды, что он хочет видеть в итоге. Да, у Рязани существуют определенные проблемы с игрой в позиционных атаках. Не все в порядке с игрой в неравных составах, но уже видно и рисунок, и тренерскую модель, и саму команду. Плюс. Большой плюс Рязани – переход в межсезонье Евгения Чесалина. Он мало того, что капитан и лучший бомбардир клуба, он еще и мотор команды, который тащит Рязань вперед, еще выше.
Вот это неожиданность так неожиданность. Тверь на первом месте, да еще и с солидным очковым запасом. Это здорово. Алексею Ждахину удалось построить команду, которая не отпустит соперника никогда. Даже при счете 0-3 ТХК будет биться, кусаться, цепляться и по возможности выгрызать себе очки. Здесь тоже нет явных лидеров забивал. И если отмечать кого-то, то для этого придется перечислить почти весь состав. Упомянем лишь о небольшой особенности. В этом сезоне у ТХК лучше удаются гостевые игры, чем домашние. И эту ситуацию нужно как-то решать, потому что первое место в регулярке дает преимущество своей площадке в плей-офф. И это преимущество нужно научиться использовать. Вот такая тройка лидеров. Она, скорее всего, будет видоизменяться за оставшиеся два месяца. Там снизу подпирает сразу несколько клубов – СКА Нева, Нефтяник и Шталь. И эта конкуренция дает нам право предположить, что весна в высшей хоккейной лиге будет очень горячей. Последний матч календарного года для подопечных Вячеслава Уваева удался на славу. Смотрим матч недели «Рязань против Рубина» в нашем следующем сюжете. Последний матч 2015 года, и всегда такой матч хочется провести по-особенному, чтобы и себя, и тренера, и болельщиков порадовать. Обе команды решали в этом матче свои задачи. Рязань, у команды Вячеслава Уваева были все шансы на второе место. Рубин, некогда записной фаворит вышки, в этом году отчаянно борется за плей-офф. В общем, матч должен был быть ярким, и он им стал. Первый период опять одни расстройства для главного тренера Рязани. С начала сезона у команды не идет большинство, ну вот хоть ты тресни. И в стартовом отрезке хозяева 6 минут имели численное превосходство, которое так и осталось лишь численным. В голевое не превратилось. Период второй. Рубин, словно Дед Мороз, начал дарить рязанцам подарки. Ах, у вас, ребята, не идет большинство. Ах, не получается забить 5-4. Давайте по-другому. Мы вдвоем удалимся, а вы попробуйте реализовать. 5-3 – такое преимущество нужно воплощать в голы. Без вариантов. И Рязань подарком воспользовалась. Илья Коренев. Гол 1-0. А потом хозяева разошлись. Играть так играть. За каких-то 11 секунд 1-0 превратились в 3-0. Сначала Егор Кривченко, а потом Евгений Чесалин практически сделали результат. И тут проснулся Рубин. 0-3. Новый год новым годом, но просто так дарить победу никто не собирался. В ход пошли, нет, некрасивые комбинации. Кулаки. Кулаки решили проблему лишь частично. Альберт Загидулин одну шайбу отыграл. На большее гостей не хватило. Зато 68 минут штрафа у Рубина такое в одном матче встретишь редко. Гордиться особо нечем, но цифра вызывает удивление. Рязань вторая, Рубин за бортом плей-офф. Пока. Это результат и матча, и календарного года. Топ-голов и лучшие игроки недели в нашей традиционной рубрике. We'll be right back.
Это была последняя за Братиной 2015 года. В новом году смотрите нас каждую неделю на КХЛ ТВ. Увидимся за Братиной!